Семьям, где растут дети с инвалидностью, нужна наша помощь. Не нужно переводить средства, нужно просто проголосовать за проекты Ирины Громовой и Жанны Шалагиной. Их проекты – участники конкурса на премию губернатора Московской области. Наш центр работает уже 7-й год. Все 7 лет мы работаем именно за счет премий, субсидий, грантовой поддержки, поддержки благотворителей. И на следующий год мы тоже хотим продолжать работу, помогать нашим детям, помогать нашим родителям, потому что, к сожалению, количество детей с заболеваниями не уменьшилось, и потребность в нашем центре по-прежнему остается. Для того, чтобы проекты Ирины Громовой и Жанны Шалагиной смогли пройти во второй тур, им нужно набрать как можно больше голосов. Поддержал инициативу и депутат Мособлдумы Александр Легков. Конечно, это важные и нужные дела, благие вещи, да, и я думаю, что на уровне губернатора, на уровне Московской области обратят внимание, потому что здесь все мамочки сами двигаются, конечно, с помощью администрации, еще раз повторю, но они вот двигатели, которые заставляют наши сердца биться чаще. «Мы рядом ради перемен» – так называется премия губернатора Московской области. На сайте премии нужно зарегистрироваться, это не займет более 3 минут, и проголосовать. Проекты Ирины Громовой и Жанны Шалагиной очень важны для членов общества СИДИМ, семей, имеющих детей с инвалидностью. Оксана Мирошникова, Кирилл Емельянов, программа «События».